Друзья, привет! Фикс прайс, Калантай 24, Латышских стрелков, дом 13, Санкт-Петербург. Уже который раз привозит коллекцию Эльмар, морскую коллекцию. Второй или третий раз. Уже люди перестали брать, набрались. Корзины Эльмар. Здесь металлический каркас и бумага по 299 рублей. Все расцветки имеются. Также поступили фоторамки Эльмар, все виды. Но согласитесь, очень симпатичные, аккуратные, 199 рублей. Небольшие расчески, очень удобно брать с собой в сумочку. С золотыми элементами, 149 рублей. Есть золото желтое, а есть вот такое вот розовое. Симпатичные, 149 рублей. Женские новые носочки с большим содержанием хлопка, все черно-белые. Есть полосатые, есть на черном фоне сердечки, есть котики, а есть наоборот, на белом фоне котики, полоски, 79 рублей. Привезли детские платья, посмотрите, с ананасиками, 100% хлопка, наверху как маечка. На рост 104, 128. Цена 199 рублей. На профессиональный шабун сейчас проходит акция. По красному ценнику он стоит 99 рублей. Есть коллагеновый с ламинирующим эффектом. Бутылочка с дозатором. Также есть кератиновый укрепляющий. Желтая бутылка. И черная с яркими надписями, коллагеновый с пантенолом. 99 рублей. Новый парфюмированный спрей для тела с обволакивающим ароматом, с томными табачными нотками. 200 мл, 83 рубля. Мягкие дорожные подушки по 299 рублей. Появились новые расцветки. Ромашки, пчелки даже. Новые женские бейсболки. Показываю сразу заднюю часть. Она сеточка. Регулируется ремешком на липучке. 299 рублей стоит. И вот такие приятные расцветки. Молочные, бледно-розовый, бледно-голубой. Очень симпатичный козырек. Жесткий. Вешалка настенная. 32 на 20 сантиметров. 5 крючков. Крепление входит в комплект. Это окрашенная сталь, черная и белая, 199 рублей. Ёршик для туалета в высоком стакане. Длина ручки 48 сантиметров, она сделана из стали, 124 рубля. На Латышских я обнаружила почти полностью предыдущую кухонную серию. Подставка для столовых приборов 199 рублей, окрашенная сталь и дерево. Корзина для фруктов 199 рублей. Полка навесная, окрашенная сталь 249 рублей. Сушилка для посуды 199 рублей. И держатель с крючками навесной 30 на 10 сантиметров. 174,50. Все это сделано из стали, все белого цвета. Все тот же магазин, коробки для хранения, бамбук, терилет, 2 размера, 299 рублей. Небольшая разделочная доска 28 на 12, сделана из бамбука, 79 рублей. Набор контейнеров с крышками для продуктов, 3 штуки. Самый большой на 1 литр, маленький 200 мл. Есть красные или оранжевые и зеленые. 79 рублей. Банки из боросиликатного стекла, крышки из пробки с надписями. Кофе, чай, сахар. 174,50. Стеклянный салатник на пол-литра с декором. Производитель «Гусь хрустальный». Сейчас акция 83 рубля. Мерный стакан на 800 мл. Посмотрите, сколько снова привезли. 199 рублей.
Емкость трубочкой 660 миллилитров. Трубочка также стеклянная. Посмотрите, какие красивые. Крышка из бамбука. 249 рублей. Большой белоснежный салатник в виде ракушки. Это опаловое стекло на литр 450 миллилитров. Акция. 87 рублей. Блюдо овальное. Упрочненное стекло. Производитель Иран. Очень красивое. 30 сантиметров. 199 рублей. Также на него акция. Тарелка 21 сантиметр, опаловое стекло 99 рублей. Емкость для специй, жестяная с ручкой, 300 миллилитров. Есть все расцветки, 49,50. Емкость для специй 530 миллилитров, это пластик, 59 рублей. Также есть различные расцветки. Это не магазин, это какой-то клондайк. Емкость для специй на 4 отделения. 49,50. Есть зеленые крышки, есть белые. Набор подставок под чашку 5 штук в виде рыбок. Очень плотный, очень приятный материал. Акция сейчас на них 33 рубля. Вот это молоко 3,2% жирности, очень вкусное. Второй раз беру. Рис 800 граммов, 87 рублей. Крупа гречневая 900 граммов, 49,50. Друзья, теперь приглашаю вас прогуляться в магазин Кюхенленд. Посмотрим на очень красивую, качественную посуду. Но здесь продается не только посуда, также постельное белье, всевозможные пижамки, футболочки, тапочки и так далее. Все просто отличного качества. Вот эта серия называется «Листья зеленые». Листочки, тут и бокалы, и бутылки, и салатники, и диспенсер на металлической подставке, вот красивого зеленого цвета, стоит 3,5 тысячи рублей. Всевозможные листочки. Морскую серию я вам уже показывала, но мимо нее просто не пройти. До чего же она хороша. Посмотрите, какая разделочная доска в виде черепашки. А это сахарница. И опять морская серия. Люди присматриваются и ждут распродажу, скидки. Я тоже жду. Кое-что присмотрела. У меня уже многое, чего есть из этого магазина. Как-нибудь покажу. Посмотрите, какая кружка фарфоровая. Внутри две голубых рыбки. Просто прелесть. Сахарница фарфоровая в виде рыбки. А это просто маленькие такие украшения. Декоративные. Золотая рыбка. 400 рублей. Это фарфор. Просто идем и все разглядываем, трогаем. К этому кувшинчику я уже давно присмотрелась. У меня уже есть в коллекции мятая чашка. Она у меня уже дома. И очень мне нравится вот эта коллекция. Здесь такой молочный цвет, золото и дерево. Смотрится все так уютно. Золотая коллекция, пожалуйста, вам. И всевозможные корзиночки. Все натуральное. Как вам такое сито? Металлическая серия, украшенная под золото. Вот такие штучки для яиц. Ну, красиво.
Подставка. Я так думаю, под столовые приборы. А какой молочник, смотрите. Просто прелесть. Это фарфор. Посмотрите, какие красивые банки с деревянными крышками. Это не бамбук. С ложечками. И для меда баночка имеется. И вот эта коробка, мне ящик очень понравился для мелочей. Вообще все очень красивое, все такое уютное. А вот эти бокалы, кстати, пластиковые. А цена как за хрусталь. Подставка для столовых приборов, металл и дерево. Так, эту фруктовую серию мы уже смотрели. Здесь груша, инжир. Все это такое симпатичное. Ну, это салфетница деревянная. Емкости для масла, для уксуса. И вот эта серия мне очень нравится. Почему-то нравится мне вот такая металлическая блестящая серия. Что-то на блестящее потянуло. Посмотрите, какой текстиль. С пчелками. Прихваточки. Скатерти, фартуки. Что же душа ваша пожелает, все здесь есть. И все отличного качества. И с листочками. Посмотрите, разбирают, полки были целые. Это также стеклянная серия, тарелки и салатники в виде цветов. Мы такое видели вот в фамилии. Очень много такого привозят. Подсвечники. Смотрится, конечно, все это вместе красиво. И появились бокалы, стаканы со знаками зодиака. Знаки зодиака, естественно, металлические, покрашены под золото и под серебро. Друзья, спасибо вам большое за внимание. И у нас начинается очень интересная и очень длинная прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Называется она «Северная Венеция». Бежим мы на свой водный трамвайчик. В том году мы с Сашей также плыли, ходили по этому же маршруту. В этот раз мы поехали с детьми. Так что бежим, торопимся. Погода отличная, 25 градусов тепла. В общем, нас ждет несколько дней очень интересное путешествие. Я заняла самое главное очень удобное место. И очень хорошо было слышно экскурсовода. Так что вы наверняка все услышите. Я с вами прощаюсь, друзья, до завтра. Всего вам самого хорошего и пока. Вот сюда. Ага, понятно. Понятно. Венеция.
Убедительная просьба при проходе под мостами на верхней палубе не вставать. Мосты очень низкие. Начинаем мы в центре города, перед нами Невский проспект и главная магистраль. И первый на пути следования, один из самых известных мостов Онечкова. Его украшает скульптурная оконная композиция, выполненная Петром Карловичем Клоттом. Тема композиции – победа человека над стихией. В передних рисунках – русалки, морские коньки, трезубец Нептуна, город-порт. Трехпролетный арочный мост, облицован розовым гранитом, кладка первой половины 19-го.